Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Это второе видео данного цикла, где я рассказываю и делюсь с вами тем, как быть здоровым, как оставаться здоровым физически и ментально. Итак, в прошлом ролике я говорил вам о голодании. И в последующем ролике рассказал о воде. Пересмотрите эти два ролика обязательно. Или найдите их, если вы их не нашли, обязательно посмотрите. Есть специальный плейлист у меня для этого. Найдите обязательно первые два ролика и изучите их, потому что это первые два шага, которые нужно сделать для того, чтобы встать на путь оздоровления, улучшения своего физического и духовного состояния. А сегодня мы поговорим с вами о бананах. Бананы, друзья, это то, что всем нам с вами просто необходимы. И лучшее время для того, чтобы начать их есть, это после тренировки. Обязательно съедайте 2 банана после тренировки. Вы будете получать колоссальное количество необходимых микроэлементов, которые с другой едой нам не поступают, которые вымываются, наоборот, с едой. И вы будете улучшать, как всегда, свое физическое и внутреннее состояние. Действительно, всего 2 банана в день колоссально меняют отношение организма к здоровью, отношение его к физической активности. И что самое главное, улучшают ваше внутреннее состояние. Вы будете замечать, что становитесь позитивнее, что вам легче и интереснее жить. А это самое главное. У вас появится тяга к тренировкам, если таковая у вас была и пропала. Всего 2 банана в день. И, естественно, пересмотрите 2 первых ролика. И не пропустите следующие, в которых я буду рассказывать пошагово о всех грамотных процессах в питании, которые легко и плавно можно и нужно поменять в своей жизни, для того, чтобы лучше себя чувствовать, лучше выглядеть. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка, среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм!